С добрым утром! Как самочувствие? Давайте начнем осмотр. Доброе! Антон, это ты пригласил к нам доктора? Вообще-то нет. Здравствуйте! А у нас все здоровы? Вот сейчас и проверим. Хрюша, подвигай лапами. Вот. Двигает. Так, активность хорошая. Значит, здоров. Ой, Хрюша, ты здоров. Ну, я же говорил доктору, у нас все здоровы. Антон, да? Дайте я вас послушаю. Слушайте, доктор. Ну как? Доктор, я здоров? Дыхание отличное. Все прекрасно, вы и вправду здоровы. Ну вот, отлично. Ой, доктор, а я, кажется, вас узнал. Вы Ксения Караваева? Совершенно верно. С добрым утром, Хрюша. Здравствуйте, Антон. Привет, ребята. С добрым утром. Мы как раз тебя и ждали. Но почему ты пришла к нам в образе врача? Я мечтаю стать врачом, помогать людям и следить за их здоровьем. Мне кажется, эта профессия – твое призвание. Я вначале даже поверил, что к нам пришел настоящий доктор. Это точно. Ты была такая серьезная и такая строгая. Кстати, а в обычной жизни ты такая же? Только во время учебы. А вообще я активная и веселая. Особенно, когда выступаю на сцене. Хотелось бы посмотреть. С удовольствием спою для вас. Один лишь день, но сколько чуда прячет он. Открой глаза, прошу тебя, со мной пойдем. Там ждут озера дивные, умоемся там ливнями, а счастье вместе за светло споем. Один лишь день, но солнце свет в нем я. И надежду свою обещай не терять.
Какая прекрасная песня! Браво! Это было круто! Точно! Предлагаю вернуться к теме здоровья и докторов. Кстати, Ксюша, а каким врачом ты хотела бы стать? Я пока не решила. Так, тогда предлагаю небольшую викторину. Может быть, она поможет тебе определиться. Мы с Антоном будем читать вопросы. А тебе нужно быстро отвечать. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Бам! Врач для малышей. Как называется? Это я как будто часы. Знаешь? Нет. Тогда я подскажу. Педиатр. Ну, подсказал прям. Да. Намекнул, так намекнул. Ты маленькая девочка, ты ходишь на осмотр к врачу. Так вот, этого врача зовут педиатр. Продолжаем. К какому врачу нужно обратиться, если сильно заболели ухо, горло и нос? Лор. Лор? Это правильный ответ. А полный ответ – отоларинголог. Вот как. Ксюша, а ты знаешь, кто из врачей отвечает за сердце? Кардиолог. Вот это да, молодец! Точно, кардиолог. Верно. Хорошо, мой вопрос. Как называется врач, который занимается коррекцией речи у детей? Логопед. Логопед? Точно. О, такое... Он у меня был. Такое сложное слово знает. Ой, а тебя... Так, а какую букву не выговаривала? Л. Ой, молодец, а теперь умеет выговаривать. Молодец. Ходила Ксюша, к логопеду. Ксюша, а как называется медработник, который берет анализы, делает уколы и прививки, а? Медсестра. Вот, смотри, какая молодец. Медсестра, правильно. Ксюша, ты большая молодец. Отлично разбираешься в медицинских специальностях. О. Спасибо за ответы. Уверен, что наши зрители узнали много нового. Спасибо вам за приглашение и за викторину. Приезжай к нам еще. Друзья, будьте здоровы и помните, нас ждет новая и удивительная встреча на самом семейном канале. Кару!